эти девочки и мальчики. Все деревья убрали. Столько тут было слив, лычи, орехи даже. Будут засыпать вот этот большой ров. Это был противотанковый ров с 1941 года. Представьте себе, сколько лет прошло. Это было сделано для защиты города Грозного во время Великой Отечественной войны. При нападении немцев собирались залить этот ров нефтью и поджечь. Представьте себе. А сейчас, через столько лет, его хотят засыпать и, видимо, уже продали участки для людей. Город развивается. Так что у нас будет теперь